знаменитый чешский город-курорт Карловы Вары. Сюда любят приезжать лечиться со всех концов света. Популярен этот курорт и в России, причем не только в последние десятилетия. Русские люди ездили сюда и в 20-м, и в 19-м, и в 18-м веках. Здесь побывал российский император Петр I. Ему принадлежит идея создания в Карловых Варах православного храма. В 1872 году в ходе празднования 200-летия со дня рождения Петра Великого были собраны большие пожертвования на строительство. Закладка храма состоялась 12 июля 1893 года, в день праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Архитектор Густав Видерман взял за основу проект академика Ухтомского, адаптированный под сложный горный ландшафт Карловых Вар. Храм построен в стиле московских и ярославских церквей 17 века, сенями и крыльцами, крытой галереей вокруг, сходящейся у колокольни. И с 1893 по 1897 год включительно строился наш храм. Кстати, многие, которые приезжают и посещают наш храм, удивляются, что в то время, всего буквально 3,5 года, продолжалось его строительство. И вот с 1897 года храм действует, практически он не закрывался, за исключением периода после Первой мировой войны. Можно сказать, что Западная Чехия – это некий такой православный форпост православия славянского в Европе. Храм является и оплотом Западной Чехии, славянского мира, но, с другой стороны, конечно же, местом миссионерским. С 1901 по 1914 годы настоятелем храма был известный миссионер-священник Николай Рыжков. Он издавал на чешском языке православные календари, а в его дом в Карловых Варах приходило много гостей, без различия чинов и званий. Протоиерей Николай Рыжков был арестован с началом Первой мировой войны только за то, что он был священником Русской Православной Церкви, направлен в Венскую тюрьму, в которой пробыл более 3,5 лет, был осужден на повешение, и только весной 17-го года удалось его обменять на знаменитого униатского в то время епископа Андрея Шептицкого. Протоиерей Николай Рыжков вышел на свободу с подорванным здоровьем. Трудно ему было выдержать новые испытания в Советской России. Он скончался в Петрограде в начале 1920 года. Вспоминая церковь Петра и Павла в Карловых Варах, он говорил: «Храм в Карловых Варах соответствует величию России и православия, глубине и силе русского религиозного чувства». В то время, вот и в частности наш храм, построили, ну мы можем сегодня сказать, по максимуму возможного. И вот эта вот заложенность в храме, в ее архитектуре, в красоте, я считаю, что дало возможность и открытие при храме подворья Русской Православной Церкви в 1979 году. Потому что храм самый красивый в Чехии, и он является видимым таким отражением Русской Православной Церкви. Сохранилось много старинных икон. Например, икона Александра Невского – подарок императора Николая II, а Марии Магдалины – императрицы Марии Федоровны. А это дароносится – вклад графа Мусина Пушкина. Удивительные храмовые реликвии поражают всех приходящих сюда. Наши венчальные венцы серебряные, тоже подарок ко дню освящения храма. В то время и до сих пор мы венчаем. Я их называю бессловесной агитацией за венчание. Представляете, сколько было венчано пар. Во многом я бы назвал наш храм миссионерским. Вот меня часто очень удивляет, что приезжают наши православные гости и исповедуются только здесь, либо впервые здесь. Я бы сказал, что, наверное, когда подходит на исповедь в нашем храме, то примерно третья часть исповедующихся впервые исповедуется. Я спрашиваю, вы откуда? Из Москвы, из Екатеринбурга.
со всей Руси святой. Почему здесь? Ну, говорят, вот нам здесь комфортнее, мы поисповедуемся, помолимся и уедем. И вы нас не видите, и мы вас не видим. Вот. Но, конечно же, я пытаюсь им объяснить, что важность таинства не только в Карловых Варах, но и там, где они живут. Но в любом случае, слава Богу, что они приходят хотя бы первый раз. И есть возможность им вот что-то донести. Но прямо вам скажу, во многом люди, я бы так сказал, душой реагируют на красоту храма. Для меня всегда, когда приезжаю в Карловы Вары, как бы приезжал домой, потому что я здесь как молодой священник служил. Я помню мою первую Пасху в Карловых Варах. Мне было 22 лет. И здесь в последней эмиграции жили русские, которые праздновали от полноты сердца это событие. Пасху, которая для нас всех праздник номер один, первый и последний, который нас сопровождает весь церковный литургический год. И я помню эту великую любовь и это восхищение душ. Русский православный храм, это всегда был, есть и будет. И русская святость связана с этим названием «русский». И это постоянно встречается здесь. Любовь и высокая духовность верующих и всех священнослужителей. 28 мая 2011 года исполнилось 5 лет со дня интронизации предстоятеля Церкви Чешских Земель и Словакии архиепископа Пражского Христофора. Владыка родился в Праге в 1953 году. Богословское образование начал получать в Карловом университете чешской столицы. Продолжил его в Прешевском университете в Словакии и завершил в Московской духовной академии. В 1985 году в стенах Троицы Сергиевой Лавры принял постриг с именем преподобного Христофора Римлянина. Почему я стал клириком, епископом и митрополитом, я не знаю. Это решение не от меня, это решение от Творца нашего. Потому что я всегда хотел как-то помогать в церкви. Я помню, когда я был пономарем и несколько лет убирал в церкви. И мне всегда кажется, что убирать в церкви – это самое такое драгоценное и красивое служение. И быть митрополитом – это самое тяжелое служение и нелегкое. Но за все надо благодарить Бога. За 5 лет служения владыки Христофора митрополитом чешских земель и Словакии число православных верующих неуклонно растет. Открываются новые храмы и монастыри. Но по-прежнему владыка с большой радостью приезжает на подворье Русской Православной Церкви в Карловы Вары. Ведь именно этот храм во многом определил его жизненный путь. Дорогие отцы, братья, сестры, будем людьми веры, будем народ, который твердо держит свою православную веру, который никогда не отступает от того, что он увидел, и то, что является сокровищем сердца. В этот день владыка привез с собой из Праги учащихся общепражской приходской воскресной школы. При Карловарском храме также действует воскресная школа. Ее ученики показали своим гостям настоящее кукольное представление. Мы можем общаться, можем ставить веселые спектакли. В общем, мне очень нравится ходить в воскресную школу. Мне очень нравится воскресная школа и очень замечательная у нас учительница. Самый большой подарок и дорогой для меня – это дети. Это необыкновенный подарок. И большего счастья, по-моему, вот для меня нет.
Праздничное угощение после литургии и сама трапеза в летнее время часто проходят прямо на лужайке перед храмом. Я в Карловых Варах живу с 2007 года, и с того же времени я являюсь прихожанкой Карловарского храма. Здесь родился мой сын, крестили мы его здесь, Илюшу своего. Вот. Мне очень здесь, я себя чувствую как дома. Здесь частичка вот Украины, России. Здесь все вот православные, они здесь знакомятся. Вот мои друзья, с которыми я познакомилась именно благодаря храму. Отец Николай Лещенюк очень мне помог в свое время. Митрополит Христофор тоже, я как-то обращалась к ним за помощью. Дай им Бог здоровья, они нам помогли, вот и мне, и моему сыну. А сюда я приезжаю каждый год. И мое самое любимое место – это храм Петра и Павла. Здесь очень высокая, очень сильная благодать. Заходишь в храм, как будто бы вот тебя там всегда ждут. И почему-то это мне очень напоминает родной дом. Сейчас при подворье Русской Православной Церкви в Карловых Варах создается духовно-культурный центр. Главное его детище, русская гимназия, уже действует. Мы заканчиваем первый учебный год, когда наши дети, жители Карловарского края, учатся в нашей гимназии, и форма обучения – экстернат русской школы при российском посольстве в Праге. Самое главное, что дети, не оторванные от учебного процесса системы российского образования, и получают официальные документы. Также в духовно-культурном центре по благословению Святейшего Патриарха с этого года мы осуществляем деятельность паломническом направлении. Паломническая служба храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах предлагает паломничество по святым местам не только в Чехии, но и во Франции, Германии и других странах Европы. Что ж, и нам пора собираться в дорогу. Всего вам доброго. Берегите друг друга.